Готовность учреждения образования к новому учебному году сегодня стала темой номер один на оперативном совещании в правительстве региона. Школы и детские сады Мурманской области комплексную проверку прошли успешно и уже в эту пятницу распахнут свои двери. А еще одним итогом большой подготовительной кампании ко Дню знаний станет открытие 1 сентября 26 новых образовательных пространств. Они созданы, обновлены и модернизированы в рамках реализации областной программы «Арктическая школа». Что именно в этом плане сделано за период школьных каникул на правительственной планерке, рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Все 26 пространств, которые запланированы к 1 сентября, полностью готовы принимать школьников, воспитанников детских наших садиков. В этом году сделан спортивный зал, 3 столовые, 2 школьных музея, центр детских инициатив, актовый зал со спортивной школы и 8 классов по физике, географии, технологии, информатике. 4 из них центр олимпиадной подготовки уникум. Еще 10 проектов реализованы в дошкольных учреждениях Кольского Заполярья. В детских садах обновлены 4 музыкальных и спортивных зала. Кабинет коррекционно-развивающей работы и 5 групп. Напомним, в 2023 году на модернизацию образовательных пространств из областного бюджета было направлено 100 миллионов рублей. Благодаря столь внушительному финансированию новые объекты в сфере образования появились практически во всех населенных пунктах Мурманской области. А всего за 3 года было обновлено 202 пространства в образовательных учреждениях региона.